Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас очень интересная тема, которую вы давно просили. Это ультразвуковая чистка лица, и не только. У нас с вами на обзоре будут два аппарата с AliExpress для очистки лица, для лифтинга шеи и декольте, для лифтинга лица. Итак, поехали. Вот так выглядит коробочка. Да, у нас с вами бренд, производитель Анлан. С задней стороны информация, все пока запечатано в слюду, сейчас распечатаем. Все очень, кстати, красиво и презентабельно, смотрите, какие мешочки. Это мешочек, в котором мы можем хранить наш с вами аппарат. Инструкция, посмотрю, есть ли русский язык. И провод для зарядки, похож на USB разъем. Так, вот сам аппарат такого красивого мятного цвета. Очень приятный тактильно, в руке держать удобно. Кнопка включения, крышечка. Так, и вот сам аппарат. Он заклеен пленочкой такой, мы ее снимем потом перед использованием. И обязательно протрем с вами хлоргексидином. Да, инструкция есть на русском и не только. Здесь множество языков. Сейчас пока аппарат на зарядке буду изучать. Вот так выглядит второй аппарат. Сейчас распакуем. Сзади, наверное, тоже есть информация. Новинка у бренда Анлан. Тоже есть подробная инструкция. Зарядка, кабель, сам аппарат. Смотрите, какая инструкция огромная. Это только русский язык. Вот сам аппарат. Кнопка включения. Опачки. Нифига, красный. Классно. Это красное свечение, да? Так, это я что жму? Плюс-минус. Ой, он еще ярче стал. Так. Есть другой какой-нибудь? Это холодный такой, голубенький, да. Красный. Голубой и красный. Все, я пока его ставлю на зарядку и знакомлюсь с инструкцией. Начинать мы с вами, конечно, будем с первого аппарата для очистки лица. Я буду пользоваться им второй раз. Первый раз я долго разбиралась, что к чему, как, зачем и почему. Все поняла, и сейчас вам обо всем расскажу. Мы должны его при использовании держать вот за эти вот штанги, как они называются правильно, сбоку, да, за металлические. Нам с вами необходимо очень хорошо и тщательно очистить лицо. Для себя я сделала вывод, что все вот эти средства, которые якобы растворяют загрязнение на коже и наносятся под пленку, потом пленка частями убирается и так далее, которые растворяют ороговевший слой, верхние, да, черные точки якобы, да, размягчают, чтобы лучше чистить. Я для себя сделала вывод, что это вообще бесполезная штука. И мы будем с вами делать чистку просто водой. Без всяких пленок, без всяких специальных средств. Еще эти средства стоят бешеных денег и, ну, не знаю. Я смотрела блогеров и сделала для себя такой вывод, что с водой вообще самое оно. Очищаем тщательно кожу, снимаем макияж. Я сделаю, наверное, я сейчас мицеллярочку, потом пенку, потом, скорее всего, сделаю вот эту вот сейчас скаточку осью. Очень хорошо-хорошо почищу. Можно лицо разогреть, но как бы это тоже не всегда рекомендуется. Не все производители, не все косметологи рекомендуют, да. В общем, это все индивидуально. Хотите, попробуйте на разогретую. Я вот просто ее хорошо сейчас очищу. Аппарат после каждого применения, перед каждым, желательно обрабатывать хлоргексидинчиком, да, потому что все-таки аппарат для чистки. Здесь у нас есть несколько режимов. Это ионизация, причем как в плюс, так и в минус. EMS режим, это режим лифтинга, да? И, собственно говоря, сама чистка. Я уже пробовала снимать и рассказывать вам об этом. Аппарат по факту не сильно шумит, а на камеру он создает именно помехи, и поэтому не получается. Поэтому я вам буду показывать сейчас вот так, как правильно делать, когда он не включен, да, а потом саму всю процедуру покажу под музыкальное сопровождение, скажем так, да. Самое главное правило – кожа должна быть всегда увлажнена. То есть вот у меня приготовлен ватный диск, который обильно смочен водой. Мы смочили лоб, проходимся по лбу. Мы смочили щечку одну, проходимся по щечке, носик. В общем, постоянно должна быть на лице влага. Это может быть какой-то тоник даже, это может быть какая-то термальная водичка, все, что душе угодно, да. Но обязательно должна быть мокрой. И когда кожа мокрая, проходишься аппаратом, идет такой дымок. Не знаю, будет ли вам сейчас видно на камеру или нет, но он есть. Вот он такой дымок. Неприятных ощущений при процедуре никаких вообще абсолютно нету. Режима ионизации и EMS, он нам нужен уже после. Это уходовые процедуры. Мы их будем выполнять совершенно в другом режиме. Очистка выполняется как? Мы берем с вами аппарат.
Вот таким образом, то есть грибочек смотрит вниз. И все наши движения, они направлены не по массажным линиям, а наоборот, то есть сверху вниз. Как мы чистим лоб? Мы чистим лоб вот так. И с другой стороны, как мы чистим щечки, то есть от виска к крыльям носа. Да? Также мы чистим с вами носик, то есть от периферии к центру. Также мы чистим с вами над губкой, вот таким вот образом. То есть ведем вот таким образом, все прочищаем. Также и подбородок чистится, можно и вот так, с двух сторон. Да? Когда мы с вами используем режим EMS, ионизацию, после нанесения уходовых средств на лицо, да, у нас с вами идут все движения по массажным линиям. И лопаточку мы уже переворачиваем скребочком кверху. И вот таким образом вводим по коже, да, по личику по нашему, вот таким, уже по массажным линиям. Да, тут уже нажатия не надо. Когда я чищу, я нажимаю. Написано не нажимать. Практически ко всем таким аппаратам написано не нажимать, но так и толком не почистишь. Поэтому я все равно нажимаю, у меня краснеет лицо, я хорошенечко вот так вот буду жать. Сейчас вы увидите, да? И, собственно говоря, на отдельный ватный диск, где бы его найти, найду сейчас обязательно, ну вот возьму кусочек даже бумажки туалетной, я буду собирать то, что у меня выйдет, я вам обязательно покажу. Первый раз вышло не сильно много, потому что я слежу за состоянием своей кожи, особенно за ее чистотой, да, но вышло прилично. Эту процедуру рекомендуется делать раз, ну максимум прям два в неделю. Я делала дни 5 назад, сейчас посмотрим, что у меня там насобиралось, и так поехали. Ну что, у меня такое покрасневшее лицо, можно протереть его хлоргексидинчиком, можно протереть тоником каким-то, да, и аппарат мы с вами протираем, лицо такое красное. Я вам не показала, как на самом деле он жужжит, но я не вижу в этом смысла, потому что он вообще практически беззвучный. То есть в ночью, если будете чистить лицо, вы никого не разбудите, даже будучи в одной комнате, а на камеру он почему-то создает помехи. Он шепчет. Прям вот тихий-тихий такой. А в режиме EMS у него вот такие вот прерывистые, да, вибрации. А в ионном режиме, да, тоже такой вот непрерывный поток. И в ионном режиме, кстати, мне чуть-чуть покалывает лицо.
выключаем долгим нажатием. Прибор удобный, прибор классный, прибор чистит. Сейчас покажу вам салфеточку. Вот так, девчонки, выглядят каки, которые я достала со своего лица, да, это я сделала мицеллярку, пенку, скаточку, да, вот, в основном выходит с области Т-зоны, нос, да, и возле носа, крылья носа, вот это в основном все оттуда, со лба чуть-чуть совсем, с подбородка вообще мало, практически ничего, и с области щек тоже, вот так, вот такие вот все равно выползают каки после трехступенчатой очистки. Что мы делаем с вами дальше? Дальше мы тонизируем лицо, делаем свой привычный уход, да? После такой процедуры, как правило, блин, кожа чистая, нереально, правда, впитывает все очень хорошо. Можно какие-то питательные масочки делать, да все, что душе угодно. Можно по тканевой масочке этим приборчиком, да, проходиться. То есть одеть тканевую масочку и делать. Так, что дальше, что дальше, что дальше? Давайте нанесем с вами ночной крем, даже просто ночной крем без сыворотки, потому что у нас сейчас очень жарко. Green Karma я нанесу сейчас этой линейкой, пользуюсь. Я, кстати, еще предварительно очистила декольте. Тоже его сейчас протонизировали, тоже сейчас нанесем на него крем. Кремчик достаточно обильно будем наносить. Лицо должно быть увлажненное, чтобы делать дальнейшие процедуры. Уже по лифтингу и омоложению. Могу сказать, что после первой процедуры на утро у меня было лицо как персик. Ну, во-первых, ни одного отека. Во-вторых, подтянутое, упругое и прям вот классное. Вот правда классное. Мне очень понравилось. Я всегда кремы так тестирую, да, и какие-то средства для лица. То есть, если на утро у меня кожа выглядит хорошо, значит, все работает, значит, что-то там есть. Так, мы с вами тоже хлоргексидинчиком вот так вот протираем или водичкой. Можно насухо вытереть полотенчиком. И дальше уже мы будем с вами, давайте, процедуру ионизации сделаем. Или ЭМС. То есть мы уже по массажным линиям лопаточку с вами переворачиваем и вот так вот тихонечко гладим лицо. Здесь уже вообще нажатия не нужно. И будем тестировать следом второй аппарат. Да? Так, погнали. Неприятных ощущений при использовании этого аппарата в любом из режимов нету. Мне очень нравится. Супер. Так, теперь у нас с вами шея и декольте. Ну и для лица тоже этот аппарат применять можно. Поехали. Этот аппарат я буду тестировать первый раз вместе с вами, с вот этой вот огромной инструкцией, да. У нас здесь есть режим радиочастоты и тоже EMS микроток, то есть лифтинг, да. И вибрации есть. И два вида света. Мы уже с вами это выяснили. Красный и белый. То есть радиочастотный режим, он подразумевает красный свет и ощущение теплый или горячий написано. Да? Можно по 5-10 минут в день, 2-3 раза в неделю. Три уровня. Лицо и шея. Делается тоже на тонер, лосьон, сыворотку, крем. EMS режим, режим лифтинга, это белый свет. Да? У нас здесь токи, легкое покалывание может быть. Тоже по 5-10 минут, каждый день даже можно. Вот белый свет можно даже каждый день. Тоже после крема и так далее. Как здорово, интересно. Так, давайте пробуем. Что у нас здесь есть с вами? Вибрация. Интересный аппарат. Удобно держать в руке, приятно. Здесь тоже есть вот такие металлические штанги, именно за них мы должны держаться, потому что как бы аппарат излучает ток. Нам тоже перед и после каждого применения нужно протирать. Кстати, на зарядке он мигал красным светом, когда зарядился, он мигал холодным светом. Все, мы с вами протерли. Вот, такой интересный наконечник здесь, да, включаем. Включаем прибор, буду делать вместе с вами, послушайте, как он
звучит у нас с вами. А, он у нас с вами... Вот, включился. Он у нас с вами не звучит, поэтому помех не будет. У нас автоматом при включении включается красный свет. Первый режим. Здесь три лампочки, они обозначают режим. Так. Плюсиком мы поставили второй режим. Еще плюсиком третий. Теперь все три горят. Опять же вернулись к первым. Давайте на втором режиме попробуем с вами. Ага. А кнопка включения-выключения, она у нас с вами меняет режимы. Длительное нажатие выключения. Так, включаем. Опа. Выбираем второй режим. Ну и давайте пробовать. Начнем с декольте. Удобная форма. Пока он как бы обычной температуры, ничего такого нет. А декольте мы с вами делаем. Здесь у нас все линии, согласно инструкции, направлены вверх. Можно делать еще вот так в стороны. Вниз нельзя. Он почему-то пищит периодически. Так, наверное, и должно быть. То есть мы сейчас с вами делаем массаж разогревающий. Да? Я пока ничего неприятного не ощущаю. Вроде начинает теплеть. О! Вот что называется, разобралась вместе с вами. При длительном нажатии на кнопку плюс-минус аппарат вибрирует. Вот, теперь да. Я думаю, почему нет вибрации? Ну, написано же вибрация. Может быть, она какая-то такая импульсная, неощутимая. Никаких покалываний, ничего я не чувствую. Вот этот красный режим, он во многих аппаратах призван для того, чтобы все уходовые средства лучше проникали в кожу, а также для того, чтобы собственный коллаген кожи лучше вырабатывался. Теплее, да, вот сейчас тепленький. Не горячий, а прямо вот такой тепленький. Ну, может быть, не знаю. Просто тепленький. Вот делаю вниз. Вот видите, вам рассказала, сама делаю вниз, потому что привыкла. Не знаю, почему, но меня научили, что вот эти стороны мы делаем вниз, а по центру мы всегда массаж делаем вверх, да? Вот таким образом. Давайте попробуем и на лице. А здесь можно корректировать овал лица таким аппаратом, да, ну вообще подтяжка, лифтинг и так далее. Этим аппаратом мы уже работаем всегда по массажным линиям, потому что здесь у нас уже исключительно омоложение, лифтинг и так далее, да? Давайте пробовать теперь белый режим. Кстати, разогрелся он так, ну, тепленький. В инструкции написано до 40 градусов, да, не больше 40, то есть все комфортно, но он тепленький. Он способствует проникновению кремов и много-много всяких полезных штучек. Давайте пробовать теперь белый режим. Там должно быть покалывание, согласно инструкции, очень интересно. Так, вот он белый. Да, пока попробуем с вами без вибрации, поставим второй режим, средненький пока, и пробуем. При соприкосновении с кожей он гудит, знаете, как дарсональ, кто пробовал? Скорее всего, на камеру вам сейчас выдаются помехи. Вот соприкасаешься с кожей, он гудит. Скорее всего, вам слышно, но как помехи. Он гудит еле-еле, но я это слышу. А камера как вам передает, к сожалению, не знаю, потому что такие приборы, они выдают помехи частенько. Так, ну что, я сейчас еще подключу вибрацию и пройдемся еще с вами вот этим белым светом.
как интересно сейчас в процессе использования. Думаю, что-то покалывания нет, наверное, что-то не то. А я водила по коже, просто вот водила, ну, плотно прижимая к коже, просто водила, не натягивала там сильно ничего. А оказывается, покалывание ощущается тогда, когда вы еле-еле ее касаетесь. То есть прям вот касаетесь только мужского волоса, скажем так, на вашем лице, да, и вот нежненько-нежненько ведете, то есть практически не касаетесь вот рядом. Тогда есть покалывание, как тарсональ. Интересно очень, на самом деле, да. Интересно. Так, забыла вам рассказать самое интересное. Нам продавец любезно предоставил промокод. Все ссылки и промокод на скидку, конечно же, я оставляю под видео. Сейчас у них мега какие-то вообще крутые скидки. Аппараты стоят вообще нормально. Гораздо дешевле, кстати, чем Faberlic. С промокодом и с нынешней распродажи выйдет еще дешевле. Да, я до распродажи брала. Поэтому все ссылки, промокод под видео, постараюсь, если не забуду, прописать его и здесь. Что хотела еще сказать. Я вижу результат. Я результат вижу. Вот этот прибор использую впервые, вот этот второй раз, и я уже за первый раз видела результат. Мне кажется, что одна процедура с такими аппаратами у косметолога стоит в два раза дороже, чем аппарат. Да, как минимум. Я считаю, что имеет место быть, я буду пользоваться. Вот эти приборы однозначно у меня залеживаться не будут, я буду ими пользоваться. Мне понравилось, я довольна, моя кожа тоже довольна. Я никогда в жизни не была у косметолога, да, мне скоро 40 лет. И я считаю, что вот эти аппараты, они помогут мне еще на несколько лет отдалить появление морщин. Я даже в этом уверена, слушайте. Так, ну все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Если остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их под видео. Будем с вами вместе разбираться. Всех люблю, целую, всем пока-пока.